У меня есть видюшка, где я роняю через пачку полную спичек. Но у меня нет видюшки, где я роняю пустой коробок. Почему-то я это сразу не сообразил, я не знаю. Но все равно, где видюшки, где я роняю коробок, ее нет. И понятно, что с коробком размах не нужен. Но я и не упражняюсь, честно сказать, давно уже. Ой, упал. К телекинезу это не имеет никакого отношения. Один раз я его уронил. Так. Второй раз. Ой, упал дважды. Наверное, я его криво поставил. Вот, третий раз не упал. Четвертый раз не упал. Три. Три раза я его уронил. Ну, потому что с моей стороны я видел ракурс. Четыре. Вот. Это все от ветра. Просто тут сквозняки гуляют. Пять. Поэтому он вообще падает. Шесть. Но я не чувствую никакой дури, потому что я давно не упражнялся в этом. Есть видюшка, где Виктор Блуд до двадцатки легко гнет и легко завязывает. Ну, не прям, но там нормальные двадцатки. Не прям нормальные. Я вот, смотрю и могу отличить нормальные от ненормальных. Вот. У него там была потом другая видюшка с какими-то плохими, ржавыми вообще. Он такой, типа, там за 15 секунд завязал, но там были слабые гвозди. Вот. А там-то были нормальные гвозди. Вот, и он голыми руками согнул. Вот. Я думаю, ну у него вот талант, такой у меня вот талант ронять коробки, причем пальцем, прошу заметить, не там, не вот так вот, а по именно пальцу. Вот. Наверное, можно и большее расстояние просто что-то двигаться самому, или он там из кадра такой выйдет. С телекинезом это никак не связано. То есть можно обладать телекинезом, но здесь вообще ничего не мочь. И также наоборот, можно здесь ронять, 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 а телекинезе ноль. Вот. Я не знаю, сколько раз я его уже уронил, но явно больше не 6 и не 7. Не знаю, 17 там. Может быть 17. Потом посчитаю. Вот. В общем, это прям легкотня. Вот. Потом уже, если с пачкой потренируешься, ну, эти коробки, они вот так вот будут падать. Вот так вот будут падать. Но тут все равно какая-то, не знаю, природная дурь или что там. Но в общем, нужно. То есть это не так, что ой, каждый сможет, главное потренироваться. Нет. Наверное, все-таки нет. А телекинез там вообще там в открытом контуре это легкотня, в банке так это можно всю жизнь сидеть на него, так вот смотреть и ничего не сдвинется.
Вот, а в открытом контуре на них на всех вот так вот смотришь, их там ну, чуть ли не вертолете. А на банку такой, оба, там, вот так вот. И все. Вот. А здесь все проще. Но опять же, если бы этот коробок был бы в стеклянной какой-то колбе, я бы, конечно, так бы его не уронил. То есть, там, оно бы не пробило бы, и он бы не упал бы, и хоть даже бы кистью я ронял, он бы не упал. Так вот. Как это все устроено, как оно все работает, я не знаю. И, честно говоря, мне все равно.